Так, но у меня возникает закономерный вопрос к самому себе. Перч, ты купишь наушники или нет? Потому что прошлая моя поездка в город не венчалась успехом. Я делал видео всякие вам. Потом зашел в музыкальный магазин, чтобы сделать видео. Вот, оказалось, там сделали такую похожую на мою балалаечку музыкальный инструмент. В общем, я там завис. Вот, но сегодня точно надо зайти. Я взял с собой тоже мою балалаечку, чтобы показать, напомнить дедушке, как ее нужно сделать. Потому что он сделал ее четырехструнную, с очень толстыми такими, декой с толстой. Вот. А я иду снова, ребята, по этой же самой улице, по которой мы уже несколько раз с вами проходили. В прошлый раз мы когда здесь шли, здесь была выкопанная такая труба. Вот, видите? Вот так вот люди готовят кушать. Вот. Здесь, помните, была выкопанная такая труба, была проложена труба. Здесь вот так вот по всему этому. Вот. Все, видите, замуровали, заложили все. Спокойно заложили бетоном или цементом. Вот, а мы топаем вот рядом со школой. Смотрите, ребята, вот она школа. Вот. Конечно, местные школы, особенно государственные школы, очень бедные, ребята. Это просто пипец. Потому что, по всей видимости, все они зависят от местных начальств. Вот. Зависит от местных начальств, а денег нет. Поэтому дети сидят на полу просто. Там нет ни стульев, ничего. Только стул есть и учителя. Я не знаю, сегодня открыта она. А, у нас наступила аж каникула. А, все. Ребят, каникулы же наступили. Сейчас же у меня апрель месяц. А в апреле месяце в Индии начинаются каникулы. Вот, потому что очень жарко. Апрель, май. Летние каникулы. Ну вот она, видите, школа. Вот так вот она выглядит, ребята. Нищета, конечно, просто, ну, неимоверная. Неимоверная нищетуха. Дети сидят на полу. В некоторых школах есть классная доска, а в некоторых школах просто на стене такая нарисована просто масляной краской. Арию. Масляной краской просто замазана такая часть стены. Вот. И только учительница сидит на столе, на стуле. А детки все сидят на полу вот в этих вот позах, которые мы знаем, там лотос, ситхасана и все такое прочее. Поэтому я говорю, что вот для индусов им очень легко сидеть вот в этих всех позах во время медитации, к примеру. Вот. А нам, ребята, делать это не обязательно, потому что мы с детства не сидим на полу, как детки в Индии, понимаете? Наши детки сидят на стульчиках, маленьких, потом на больших. Ну и то плохо, конечно, потому что всякие магазины, показываю вам, рядом со мной. И вот мы уже вышли на остановку. Вот. Я хочу посмотреть, что за автобус там стоит, вон белый. Если это шестой номер, а это шестой номер, то нам к нему, ребята. Все, это наш автобус, едем в город. Давайте. Давайте посмотрим, как... Все. Ну, нормально. Прикольный автобус. Сядем возле окошка, чтобы нам было хорошо, удобно ехать. Проезд стоит 15 рублей. Вот он, рыночек. Сейчас, видите, жарко, еще людей мало. Вот. А потом к вечеру здесь будет больше овощников. Ну и вообще будет там вот еду будут готовить, которую вы уже знаете. Вот. Ну а мы уже готовимся отправиться обратно к Раджвари.